Пишите за наблюдателей? За наблюдателей, да, спустя. Почему-то вы все пришли без 15:07. Я тоже без 15:07. Ну, видите, я тоже пришла. Пришли бы вовремя. Но, в принципе, имеет право наблюдатель находиться, приходить время работы заседания. До 7:15, зарегистрироваться. Если она не зарегистрировалась, она имеет право присутствовать на заседании. А регистрировать во время проведения начала заседания секретарь не имеет права, он ведет заседание. Надо было подождать. Но просто она говорит, что она уже была зарегистрирована до этого, она уже была. В день выборов она должна прийти и еще раз зарегистрироваться. Я могу показать им журнал нашей регистрации, она зарегистрирована не была. То, что она заявляет, то, что она с комитета избирателей. Покажите. С комитета избирателей Украины, она у нас нигде не зарегистрирована. Вот можете, Шугай, идет Мельниченко, вот. Она идет Швыдя, нигде ее фамилии нет. Она даже к секретарю не подходила, не регистрировалась. На каком она основании здесь может находиться? Понятно. Полностью организована была работа комиссии. В 7:40 зашла женщина с такой претензией, что она председатель, она, то есть не председатель, что у нас последняя дача, и она должна присутствовать, хотя она у нас не зарегистрировалась ничего. В протоколе ее нет, посвящение на свою секретарю не подъявила для регистрации. Она хотела находиться на заседании незаконно, не мешала своими бонусами выйти, потому что она здесь хочет находиться в работе избирательной комиссии. Ваши действия? Наши действия мы приносили сотрудникам милиции для урегулирования этого конфликта, чтобы посторонний человек покинул избирательный участок. Я ей объяснил, что в 8 утра она может зайти, если она спостерегает, зарегистрироваться и спокойно присутствовать на избирательном процессе. Также она голосует у нас на участке. Этот спостерегач, который устроил скандал, она спокойно подошла, ей выдали бюллетень, она проголосовала. Она видела, что комиссия работает, все нормально. Какие у нее дальше претензии, я не могу понять. После того, как сотрудник милиции, пригласили сотрудника милиции, что потом? Он вывел, да? Оперативную группу вывела женщину. Вызывали не мы оперативную группу, вызвала она по 102 сюда милицию. Мы не вызывали. Как ее зовут, вы не знаете? И это какой она организация? Комитет выборов Украины. Угу. И представьтесь тоже. Валерий Петрович. Голова личной выборочной комиссии 906.